Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт-абонемента «Великие инструментальные концерты». На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. В первом отделении Рахманинов. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. До минор, сочинение 18-е, в трех частях. Солист Николай Луганский. Дирижер Михаил Плетнев.
Thank you.
Закончилось первое отделение концерта. Антракт.